Добрый день, дорогие друзья и мои прекрасные зрители. Как я и пообещала, делаю обзор, но сразу двух магазинов Кюхенленд на Мясницкой и Комсомольском проспекте. Перед вами коллекция «Дары осени», новая коллекция 2023 года. Я не случайно делаю обзор именно сейчас, так как всего через неделю начинается распродажа, и вы могли бы заранее выбрать для себя все, что вам здесь понравится, ну а затем купить. Сервировка, представленная здесь, выполнена в зеленом и оранжевых цветах. Да, обратите внимание на представленные здесь зеленые брутальные бокалы и на скатерть с осенними листьями. В куверте мы видим зеленую круглую салфетку плесмат, глубокую тарелку или миску в виде белой тыквочки, богато декорированную листьями и цветами. Затем идет красивая плоская большая стеклянная тарелка в форме зеленого листа, очень красивая, с прожилками. Обязательно приду сюда снова на распродажу, чтобы купить эти тарелки, если на них будет скидка. Ну а затем вы видите белую тарелку. Сочетание стекла и керамики по-прежнему в моде. Здесь же мы видим и пиалы, розетки в форме листьев. И, как вы видите, сервировка выполнена на двоих. Обратите внимание, что здесь есть две керамические емкости в форме тыквочек. Одна побольше зеленого цвета, другая поменьше, оранжевая. Ну и также салатник. Есть емкости для хранения вот такие вот красивые. Кружки. Это, кстати, кружки. Тоже красивый салатник. Форма для запекания. И вот листики. И зеленые прозрачные. И желтые. Ну что ж, очень много. Для осени всяких интересных вещей. Салатники разнообразной формы в виде листьев. Кружки, конфетницы. А вот и еще один вариант куверта. На этот раз круглый плесмат – это искусственная кожа зеленого цвета. Другой бокал – здесь прозрачный, на длинной ножке, со скошенным краем и кружка. Ой, посмотрите, какая красота. Ой, вот как будто акварелью нарисовано бза. Да чего ж красивый. Свечи здесь тоже в тыквочках таких. Смотрите, какая красота. Так. Тарелка обеденная. У нас здесь 26 сантиметров. 1190. Кружка 990. Набор гасоли. 1090, блюдо глубокое, 1490. Очень красивая тарелка. Очень. И стоит 1690. Наташа, по-моему, нашла. Белый цвет скатерти. Вот с такими тыковками. Как будто акварельно написано мне.
Слепница тоже, смотрите, слепая, такая красивая. И блюдо с крышкой деревянной. Дерево очень хорошо смотрится. Ёжик. Хорошенький. Это подставочки, под кружки, под горячие, с ёжиками. Вам обзор сервировок осенних. Вот это поняла я так, что это туманное утро сервировка, но тоже она осенняя, но прошлогодней коллекции. Видите, тыквочка, здесь белая посуда, тыквочками ножница такая красивая, керамическая. Здесь цвета в основном беловато-серые, травы. И здесь, видите, стоят посередине стола травы. Лист. И вот обратите внимание, я все думала, что же сверху кладут, когда вот такая форма тарелок, да, необычная, такая треугольная. Ну вот да, сюда очень хорошо лист подходит. Идеально. Мы видим еще один стол. Он сервирован с помощью новой осенней коллекции фарфоровой посуды, рисунок которой называется «Цветочная оранжерея». На белом фоне расцветают яркие желтые и оранжевые цветы. В набор входят плоские тарелки, глубокие, салатник. Здесь же можно купить и конфетницы с забавными ежиками. Ну, а можете использовать их по другому назначению. Еще. И кружки сюда же. Осенние, веселые. Осенний огромный лист. Сервировочный, стеклянный. А вот эти ежики. Очень симпатичные. Подставки для зубочисток. Ну вот и здесь давайте обратим внимание на форму, новую форму бокалов, фужеров. Очень интересная. Ну, у нас треугольные. Такие огромные. Но тыквы эти уже были в прошлой. А вот это вот уже. И, кстати, здесь на зеленой таком плейсмате. Не очень красивые. Посмотрите. Кольцо для салфетки в виде ежика с бусинами. Так, что же еще на столе? Это уже на четверых. Сервировка. Стол более большой. Посмотрите. В середине стола большая ваза, тоже напоминающая тыкву. Но большая уже ваза. И вот эти чайные цветочные оранжереи, чайные пары. Так же, как и тарелки. И здесь уже такая скатерть под длиною с вышивкой. Дорожка здесь тоже с вышивкой. Вообще, вышивки очень красиво, конечно.
друзья, а на этих полках представлена керамика и стекло зеленого цвета, благородного, глубокого темно-зеленого цвета, можно даже сказать малахитового, бокалы, блюда. Очень интересное прозрачное блюдо с загнутыми краями. Изделия в форме листьев и цветов помогут создать на любом столе ощущение сказки. Не правда ли? Здесь все рассчитано на вашу индивидуальность и ваше творческое начало. Художники, работающие на фирму, стремятся к тому, чтобы ваша созданная вами сервировка отражала только ваши предпочтения и не была похожа ни на одну другую. Поэтому здесь столько вариантов посуды, которую с легкостью можно комбинировать и между собой, а также с предметами предыдущей и будущей коллекции. И это мне очень нравится. Как вы скомбинируете, это ваш выбор и ваша индивидуальность. А на этом столе уже золотая осень. Ну что ж, закончился сентябрь с его зелеными листьями. На дворе октябрь, пора золотой осени, и посуда, представленная в сервировке, в основном в золоте и в бежевой колористике. Здесь даже плесмат в виде золотого листа. А на тарелке вы видите перламутровый лист с золотом. И приборы также золотые. Треугольные бокалы из прозрачного стекла с золотой каймой по краю. А в вазе, стоящей в середине этого красивого золотого стола, сухие травы. Ну, давайте посмотрим, что же сюда еще можно подобрать к этой сервировке. Емкость для хранения. Красивая посуда, белая, золотые, окаймлением обводкой, очень красивая. И посуда также. Стол сервирован, посуда, прошлогодней коллекции, ирисы. Посмотрите, какие красивые ирисы. Мы их уже видели в дисконт-магазине. Кстати, обратите внимание, уже не посередине плесмат сделан, такой салфетки, а ближе к краю. А там остается место для бокалов, да? Нежная ваза, листья. Мы видели, да, наподобие этого дисконте уже с вами. Очень ваза интересная. Нравятся такие фужеры со стаканом лица. Здесь видите лицо, тарелка,
блюдо в виде руки сюда же. Да, можно вот выбрать и такой вариант. Смотрите, на тарелках тоже лица. На солонках лица. На кружках. Да, интересно. Вообще здорово, конечно, смотрите. Сейчас мы с вами находимся и выбираем сервировочные в отделе, где продаются сервировочные салфетки. Наступило время нам с вами прощаться. И я еще раз напомню вам, что скоро, буквально на днях, начнется распродажа. А через 2 недели магазины сети Кюхенленд будут готовиться к Новому году, и уже появятся новогодние товары. И не забудьте, что еще существует дисконт-магазин Кюхенленд. До встречи, мои дорогие друзья! Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии. И если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Мария Великотная. Всем мира и добра. До встречи.